Итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год подвели на заседание коллегии ОМВД России по городскому округу Химки. 2018 год был насыщенным. Чемпионат мира по футболу, молодежные форумы, День города, новогодние праздники. Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность жителей городского округа на всех массовых мероприятиях. Также значительно сократилось число краж, в том числе и автомобильных. Поздравил с хорошими результатами всех сотрудников полиции глава городского округа Дмитрий Волошин. Я себя лично и от всей администрации выражаю вам благодарность за ту работу, которую вы провели. Результаты – это массовые мероприятия, которые прошли в 2018 году в Химках. И они прошли успешно. Они прошли без проблем, потому это ваша заслуга в первую очередь. Заслуги лучших сотрудников отметили грамотами, благодарственными письмами и цветами. По поручению губернатора Московской области в Химках реализуют программу по привлечению специалистов. Новых сотрудников химкинских учреждений обеспечивают жильем. На заседании коллегии глава городского округа Дмитрий Волошин вручил ключи от 4 квартир сотрудникам полиции. Служу России. Свежий ремонт, мебели, предметы обихода. За короткий срок участковый Максим Ноженко обустроил новую квартиру. Еще недавно здесь были только пустые стены. В Химках участковых я работаю уже 10 лет. И за выслугу лет администрация вот предоставила мне данную квартиру. Это, в принципе, очень большое событие для меня. Очень я благодарен представителям администрации. Всего за последние 3 года сотрудникам управления МВД России из муниципального жилищного фонда было предоставлено более 40 квартир. Ксения Брагина, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.